Здравствуйте, я являюсь специалистом по охране труда. Сегодня я вам расскажу меры безопасности при работе с электроинструментом, которые наиболее часто используются в быту, приусадебном хозяйстве и частных домах. При работе с электроинструментом в первую очередь готовим средства защиты. Каска защитит голову от острых и тяжелых предметов. Беруши или защитные наушники необходимы при работе с шумным инструментом. Очки или щиток защищают глаза от опила, щепок и мусора. Если вы носите медицинские очки, защитные надеваем поверх. Одежда плотная, обувь закрытая. На руках перчатки. Очень часто используется ХБ для работы с электроинструментом, но при работе, скажем, электрической пилой либо болгаркой максимально защита обеспечивает кожаные перчатки. В состоянии усталости или плохого самочувствия работу лучше отложить. Легко потерять координацию или выронить инструмент из рук, а это основные причины производственных травм. Подготовить к работе нужно и себя, и оборудование, например, болгарку. Перед началом работы необходимо осмотреть ее на наличие дефектов корпуса, на наличие дефектов кабеля, наличие вот этой вот втулки, которая обеспечивает защиту от перетирания, наличие необходимых приспособлений, которые идут в комплекте, наличие необходимых чехлов. Это все максимально обеспечивает защиту при работе. Ответственно стоит подойти и к работам на высоте. Случайные подставки, самодельные лестницы небезопасны, а деревянные леса чаще всего собраны из не лучшего дерева, сучковатого и подгнившего. На строительном рынке легко найти специализированные леса, вышки тура. Производители, цены и габариты различны. Если леса вам нужны редко, выгоднее их брать в аренду. Площадка для их установки должна быть относительно ровной. Если она, ну как бывает всегда на приусадебных участках, немножко неровная, то тоже ничего страшного. Все это выравнивается существующими домкратами. Обязательно под двумя опорами, под каждыми двумя опорами должна находиться доска не менее 40 мм толщиной. Это служит именно для того, чтобы нагрузка распределялась более равномерно. Модульные леса сейчас используют профессионалы. На производствах это конструкции из оцинкованных стальных элементов. Деревянные ушли в прошлое. Это не самые прочные материалы, кроме того, где высокие температуры. Это впоследствии могло приводить к каким-то дополнительным рискам при проведении огневых работ, к воспламенению этих элементов. Работа на высоте – это всегда риск. Используйте страховочные пояса. На работе вы это делать обязаны. На личных стройках пристегнуть пояс – это просто проявление здравого смысла. Используется страховочный фал, как вы видите, достаточно короткий, чтобы и не ограничивать движение, и не дать человеку далеко улететь. Да? То есть как он собирается, все мы знаем такое крепление. В зависимости от характера выполнения работ закрепляется либо на спине, либо на боках. Эти простые правила безопасности прописаны в инструкциях по эксплуатации электроинструментов и других строительных приспособлений. Далеко не все читают паспорт и инструкцию к технике, которую покупают. Но указанные там сведения действительно помогают сберечь здоровье, а иногда и жизнь.